Продовжимо флеш-інтерв'ю. Поруч зі мною тренер футбольного клубу «Кривбас» Микола Миколайович Кашевський, з яким ми поспілкуємось. Перше запитання от саме по грі нашої команди. Що вийшло, які є плюси і все ж таки, які є мінуси, з чого не вийшло? Ну, що по грі скажу. Владіли ініціативою. Вроде как матч был под контролем, но эти факторы, что пришли новые игроки, видно, что не сыграны, пытаемся это наладить. Вроде как моменты есть, но что-то мяч не идет в ворота, да. Вроде две игры сыграли, только один мяч забили. Но я думаю, что впереди у нас еще голы пойдут. Сейчас самое главное – собрать коллектив. Вроде как игроки хорошие пришли, но надо их объединить одной целью. Пока очень сложно этот процесс идет. Скажу еще, что очень полномерно идет у нас подготовка. И получается, что все в разном состоянии. Кто-то получше выглядит, кто-то похуже. Я перейду на русский язык. Планируется старт 25 июля чемпионата. Да? За это время сколько еще команда проведет спаррингов, да, какие будут дальнейшие сборы, второй, там, третий, то есть какая именно подготовка к чемпионату идет? Ну, второй сбор, у нас сейчас два дня выходных, чтобы немного ребята отошли, потому что первый сбор был тяжелый для них, так как, еще раз повторю, что все в разной форме. Второй уже сбор, у нас будет больше игр, будет 4 игры, там, игра, через два дня обратная игра, поэтому все сыграют, все нагрузку получат, но еще раз повторюсь, что вы сами увидели, что нету сыгранности у нас. Вроде как контролируем мяч, но нету продолжения. Це от поки що головна така перепона на шляху до голів – зіграність? Ну, я думаю, что да, потому что вроде как игроки пришли там из хороших команд, вроде как. Но пока играют на я играл там, я играл там. Мы пытаемся их объединить, что вы пришли в Кривбас, и надо играть за Кривбас. И мы желаем в этом вам успехов и подальших перемог в наступных матчах. Дякую, да, Микола Миколаевич. Друзья, продолжим после матча комментарии. Поруч зі мною тренер футбольного клуба «Гірник Спорт» Горішні Плавні Юрій Миколаевич Сак. Юрій Миколаевич, как вы прокомментуете саме гру вашей команды? Плюсы, минусы, возможно, что вышло, что нет? Получилась боевая, динамичная игра с голевыми моментами. Нам больше повезло, мы реализовали. Мы в стадии становления нашей команды. Очень много игроков у нас на просмотре. Мы до этого две игры неудачно сыграли. Идет комплектация команды. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Но сейчас у нас появились играющие футболисты, которые прошли первую лигу и добавили, конечно, нам мощи, уверенности и в контроле мяча, и в обороне. Поэтому комплектация у нас еще, конечно, не закончилась. Но я думаю, к началу чемпионата мы создадим боеспособную команду. От щодо комплектації, Кривбас вже підписав 10 новачків. Якщо це не секретна інформація, скільки планується гравців, новачків у Гірника Спорту? Ну, если у нас с того состава осталось 5 человек, ну, то считайте, сколько нам надо подписать игроков. Тобто больше, чем півкоманди. Да. Добре, как вы проводите сбір до початку чемпионата? Яким саме чином? Тобто, скільки буде навчально-тренувальних зборів и как команда будет готовиться? Мы этой игрой закрыли первый учебно-тренировочный сбор. У нас два выходных. Собираемся 7 числа. И заканчиваем мы второй учебно-тренировочный сбор 17 числа. Там, где запланированы с 7 по 17 три игры, где будем играть с Краматорском, Александрией и СК Полтавой. Дякую вам. Бажаем успехов в подальших матчах. Дякую.